Здравствуйте, друзья мои! В одном из наших прежних выпусков я говорила вам о том, что на наших руках находится много биологически активных точек, отвечающих за наш организм. И эти же точки находятся и на ногах, но об этом в следующих из наших выпусков. А на ушах находится наибольшее количество биологически активных точек, отвечающих за работу нашего организма. Помните, в старину бабушки говорили нам: уши мыл, а за ушами. Поэтому как можно чаще теребите свои уши, тяните их вниз, поднимайте вверх, шевелите ими как умеете, теребите их. И особенно мочки, если вы хотите, чтобы у вас была хорошая память, отличное зрение, прекрасное настроение, мочки отвечают за работу головного мозга и головы. Теребите уши и будьте здоровы! С вами была Галина Винокурова.